Итак, всем утро доброе, это я, с вами Сергей Кинг. Сегодня, короче, этот день настал, он наконец-то, ой, я его чувствую просто пальцами. Это тот день, когда мне должны это все снять. Сегодня 4 число. Но если вы смотрели мой прошлый влог, вы должны знать, что там я говорил, что продолжили до 4 числа, должны были снимать 20, но так уж вышло. Короче, сегодня будем снимать. Сейчас утро. Я вот только встал. Вон штатив стоит. Это я вчера снимал видос один. Так, завтра получается. О, нет, только. То есть, мы немножко еще сонны. Через пару часиков ко мне друзья еще придут. Мы побесимся у меня дома. Ну, поняли, как я умею. И потом пойдет. Я пойду сам или же с другом. Наверное, скорее всего, сам. Вдруг пойдет в училище, а я же не хожу, бы у меня отгул. До 19 числа этого месяца. Ну, короче, пойду. Надеюсь, мне все снимут. Надеюсь, я буду немного материться, когда они будут снимать. И думаю, будет весело. Всей ручкой показал. Сейчас я покажу кое-что такое, но что лучше не смотреть всем. Предупреждаю, слабонервным не смотреть. Вот просто недавно узнал. Вот, видите, это моя шпица. Сейчас, фокус на нее. И смотрите, что я могу сделать. Ну, да, нужно руку расслабить. Блин, ну короче, такие дела, что вот вчера, позавчера я мог этой шпицы двигать, то есть я мог ее высунуть где-то вот посудово и засунуть вот так, как она сейчас. Либо рука просто напряженная, но не может. Вот, смотрите, кусочек, сейчас попробую. Блин, реально вчера как по маслу шло. Черт, не знаю, что за дела. Наверное, из-за того, что типа, не знаю, блин, надо думать. Ладно, не буду ее трогать, потому что еще может, не хуже не сделаю. Вот реально вчера вот, короче, вот так вот трогал, вот так тянул, оно оттягивалось и получается было не больно, просто чувствовал, как она кость трется и так было просто стрёмненько немного. Блин, что-то не зацепить там, чтобы не порвать, знаете, понимаете. И, короче, вот, ладно, будем одеваться. Чем быстрее придут, тем лучше, потому что врач после 12 его, ну, тяжело найти. Она где-то лазит до 12, вот, и как раз ее идеально можно споймать. Ну, потому что она до 12 работает в этом, на 5 этаже, а потом уже лазит уже по разным, типа там у нее же тоже работа. Ладно, что, уже будут продолжать снимать на улице. Там, надеюсь, не холодно, бо утром встал, было так холодно. Нормально так. Ладно, что, пожелайте удачи. Все, я уже вышел из дома. Сейчас спустюсь и скажу, какая погодка у нас. Всегда не видно, куда прыгать, издавать какие-то странные звуки. Хорошо-то как, смотрите, солнышко у нас на улице. Сейчас надо будет это... Короче, ладно, уже продолжу снимать больницы, потому что я не буду снимать дорогу, как в прошлый раз, потому что влог будет повторяться. Уже продолжу там. Все, короче, я уже пью бахип. Сейчас иду на 5 этаж. Короче, посмотрим, что нам скажет. Уже устал идти.
Костя, пятый этаж. Сейчас спрошу, где она. Короче, все, я уже пришел к этому кабинету. Вот мне дали направление. Сейчас будем делать рентген. Но все должно быть отлично. Если ничего не болит, я себе могу шпицей рукой двигать. Ладно, сейчас посмотрим. Посмотри, какая очередь, просто это пиздец. Итак, сейчас я нахожусь в гипсе. Здесь сейчас подойдет на рентген. Смотрите, что за хуй. Это для пыток. Смотрите, на мой гипс, вот шпиц. Сейчас буду снимать делать. Я такой волос обкуренный. О, блин, что это за труба? Тут харкование надо. Ладно, сейчас сделаем снимочек. Все, вот, сделал снимок. Сейчас иду. Этой врачи отдавать. И потом, надеюсь, мне это все снимут. Будет чики-пуки айс. Час-полтора простоял где-то. Ладно, все. Вот я уже здесь. Довольно уютненько. Сейчас будем снимать. Я уже снимаю. Потом как-то телефон поставлю здесь. Наверное, здесь за столом буду, или вот там. Где-то спру. Вот здесь, на тумбочке, чтобы было хоть чуть-чуть видно. И уже будем снимать. Блин. Рыгачка. Я сам не так. Чего ты вообще такой стоишь, я не шевел? А ты не брала все. Этот чик-чик-чик? Кого? Ну что будешь снимать? Можно я коп сниму? А, мы снимаем с качка? Сколько? У нас же с тобой уже 8 недель прошло, правда? Когда мы прооперировались? 17.03. 17.03. Снимаем? Ладно. Уже... Нормально. Зажал? Нам надо? Пачешь? Хочешь забрать? Да. Отрезал, уже больно. А что будешь с ним делать? А что? Батку? Я думал, видишь, у нас условия перевязочные нету, поэтому... Сек. Так, то мы, значит, то что, снимаем гипс? 17 марта, полный апрель. Апрель сегодня... Это будет 2 месяца, 17 мая будет. 2 месяца будет 17 мая. Я бы уже сняла ее, конечно. Походишь у меня на косынке. Хорошо, еще несколько дней. Договорились? А что по поводу душа? Еще нельзя мыть сегодня? Уже можно. А там типа ж дырочка? Не сегодня, а завтра уже можно. Мы снимали швы. Саша, я же снимала. А я снимала, боже мой. Я пойду возьму эти. Как халат, ты стирала? Ну что, снимать или нет? А ты эти? Нет, ну все равно. Снимать. А гипс вы будете цемить, типа, ножницами здоровыми, да? Снимачить. Не мешай, да? Они же такие старые, как эти. Не-не-не, слабый ножиц, слабый. Это же не бумага. Ничего себе. Сила женских рук. О, семочки. Ваши кинжи страшные. Пока я ходила за этими штуками, ты все уже сняла? Почти. Давай я помогу. Они сейчас вот так. Ну что, я просто ходила за этими штуками? Я не буду его. Не, ну нормально. Все решает ножицы. Он сказал, что я... Чуть, мне тут комплименты сыпят, что я тут уже сильная жинка. Конечно, я... А я от радости аж рванулся. Только не сломай заново ключицу, пока будешь снимать. А лягать на ней нельзя, что пока? Лежать на левом боку? Ну, нежелательно в первое время. Стоп. Там, получается. А. Гарно, мне классно. Почти можно возьму. Покажи. Фу, боже, что за гимн. Фу, воняй. Что, намерся? А я помыться. Вы же сами сказали, не заметься, типа... На шуте.
шучу, я понимаю, что это окей. Фу, боже. Будто мы на гамне измазаны. Ну это что, думаю, кожа куда-то должна была деваться. Это оно уже пройдет. Оно затянется, да. А вот мне интересно, ну, рука будет, потому я новочек. А, наша вот тыкает. Не, рука будет тыкать. Рука будет та самая и твоя. Честно, но мне его далеко. Нет, то есть я могу дальше заниматься так раньше, как раньше спортом, чем будет чуть-чуть слаб, ну. Так, все питания были репалы. Я таки поржат. Нет, разве сегодня я на завтра ее буду делать. Спать не хочешь. Так, а рукой можно так шевелить? Нет, так и мне передавай. Иди. Зрозуміло? А скільки з нею ходить? Давай завтра Ігоря дождемося. От відклеїлося. Все? Відклеїлося. І ти сразу собі робиш то, що я скажу. Ну, я так, а скільки ж знаєш, так, ну, ці перемінки. Дивитися, тебе от подмишки, дивися за плечі. Якщо Ігор завтра буде, то давай можемо стати до завтра. Все одно нікуди не спішити. Що? Не, не будет. Запаримся там уже. Давай. Не дитячий или просто крахмальный, понял? В смысле запаримся? Там запаримся. Что там, типа кожа начинает сладить? Ты что? Хорошо, выходите, или я сама, Антон? Давай. Я сама, Антон? Да. Что там? Ну, какая-то худишая, ёбаня. Конечно, потихоньку. Сейчас еще пока ходишь вот так. Так, все вопросы, какие ты задавал мне, задавай Валерии Павловне. Все. Задавай, какие вопросы? Какие вот так ходят? Завтра снимешь, зеленка замажешь. Хорошо? Ты чай? Нет. Запарилась я, не помню. Хорошо. Нет, ничего, все помыться, боже, помазать цим. То есть завтра уже можно мыть? Завтра снимешь, замажешь зеленочкой и можешь помыться. Да, я это тоже запарилась. Это помыешь, все будет нормально. Ого. Ложку, руки, я вам больше не нужна. А, ладно, а когда же можно будет сейчас? Да, можно тогда вот попросить девочек, может, они будут уходить, заберут его отсюда. Боже, я должна тебе просто как-то... Чуешь? Почему же, да? Почему же девочки заберут? А, Фатя, чем заберут? Да, там внизу? Да. Там спиртик. Да, ну, а от мене звільнення до 19 числа, щоб це 19. До 19 какого? Цього місяця. Продлевають. Ні, не встановиться рука? Ну, продлевають. Тебе в будь-якому випадку не можна ще. А куди мені дозволити? Ти маєш в виду освобождення від чого? Від фізкультури? Ні, від цієї практики. От практики? А у тебе практика силова, так? Да. Да, наскільки я пам'ятаю. Треба, щоб продлили далі. Якщо треба, я напишу тебе виписку. Направление? Ну, просто выписку. Ну, что такое-то диагноз, да, удалена давай. Спица. Давай, хорошо, ты одевайся, я иду за выпиской, а сейчас тебе напишу. Смотрите на мою руку, она... воняет, как жопы. Смотрите, я ее пытаюсь... О-о-о! Ну что ж, ребят, я пришла писать бумажку. Ну что, ребят, сняли мне эту же фигню. Смотрите просто на мою руку. Она в два раза, не в два раза, где-то в раз худее, чем это. Вообще, когда шевелю плечом, я вообще не чувствую никакой напряги. Вот только вот здесь, когда руку разгинаю, чувствуется вот... вот в этой части руки немного такое напряжение, типа, что оно не может согнуться, ну, разогнуться. Это вот мне, наверное, надо будет каждый день вот так руку, знаете, чуть ниже опускать, разминать ее, больше есть, и она должна стать такая, как правая. Буду есть. Сейчас еще раз прошу у нее, когда я смогу уже, ну, делать нагрузки какие-то, потому что... это не дело с такой рукой ходить. Конечно, да, чувствуется теперь расслабление вообще, когда сняли этот гипс. Капец, у меня был такой стрёмный, у меня еще там семечки были, аж когда семечки хавала, они у меня туда падали. Жесть. Чувствую так себя как-то
И свободная нет. Ну, свободная это потому, что рука уже освободилась. Вот. Но не очень, потому что не могу, ну, не могу полностью разогнуть ее. Блин, даже не знаю, что... И теперь, кстати, опаснее будет прыгать. Вот когда я прыгал, то, знаете, типа, гипс у меня ограничивал, то я... То вот и даже если я вот так вот прыгаю, то рука все равно, она стоит. А теперь она может резко вниз, и можно потянуть. Так что с прыжками придется временно завязать. Кстати, на практику я не иду. То есть у меня было увольнение до 19 числа этого месяца. И теперь его продлят, по-любому. Я приду 19-го, продлю эту фигню. Да уж. Как-то так. Даже не знаю. Ладно, уже продолжу на улице снимать. Конечно, я не смог снять шпицу. Я не думал, что это все так будет. Поняли? Я положил телефон и снимал потолок. Я думал, что реально вот поставил там телефон. Сплю его, я ее снимут. А нет, нифига. Просто. Она просто взяла, поняла футболку сразу этими скрупцами взяла, так вытянула. Я почувствовал так... Это не больно, вообще, честно, не больно. А. Да уж. Надо будет делать что-то с рукой. Ладно. Да, наконец-то. Все, я с этой фигней забрался. Вышел с оттуда. Сфоткался на память с медсестрой. Жаль, только, блин, что-то я походу звук нажал. Не, норм снимает. Все, окей. Короче, сфоткался на память. Сейчас иду домой. Покажу, что вообще, как моя рука выглядит. Она такая худая, капец. Это что по поводу руки и прыжков. Типа она мне говорит, ты можешь руку разработать либо там за месяц, два, либо за полгода. То есть нужно интенсивно как ней управлять, напрягать, делать эти всякие упражнения, там, сжимать кисть и так далее. В целом, думаю, я буду стараться вот до последней боли, чуть не до потери пульса, эту руку разжимать, но мне надо ее чем побыстрее вернуть к, можно так сказать, сознанию реально, потому что блин, надо к лету успеть восстановиться, бо пятая часть паркура ждет. А, еще сейчас пойду пострижусь, там тоже попробую поснимать. Думаю, влог будет такой в стиле ТП. Блин, шпица. Ух ты, смотрите, в уж. Я его первый раз увидел. Ну, обычно в воде они плавают, но по земле редко я встречал. По-моему, даже не встречал. Ладно, с этим бужом. Так, сейчас занесу это домой. Хожу в тубзик, пойду, а еще деньги на счет надо закинуть, закину на счет денежку, пойду пострижусь где-то после двух, вот там этот поликмахер у меня свой, принимает только после двух, и потом уже даже не знаю, что будет. Не, ну в принципе влог будет прикольный, но немножко ТП, то есть простой, ничего особенного, кроме того, что мне шпицу вытягивали. И что я сфоткался, ну блин, реально. Даже не знаю, что еще может быть. Ну, в принципе, такой. Но если, ну, если вам понравится, конечно же, поставите лайк. Лайк, я люблю лайки. Лайки меня мотивируют снимать новые влоги. Думаю, пока руку буду восстанавливать, ничего жесткого не будет, то есть каких-то трюков. Скорее всего, просто влоги. Ну, надеюсь, они вам будут нравиться. Конечно, влоги уже мне, думаю, вам немножко надоели, по мне слишком много. Больше, чем обычных видеороликов. Хотя видеоролика вроде 200 с чем-то, а влогов 70, не меньше. Но там надо считать, короче. Ладно, уже продолжу снимать полихмахерски или где-то, может, по дороге друзей встречу. Всем привет, мой влог продолжается уже днем. Сейчас я вот нахожусь на перильце, сижу. Встретил друга, вон он. Пристал к бабуле и тёлкам знакомиться. Ладно, я потом. Итак, короче, все, я уже на улице. Только что ходил к, ну, к этому мужику, который меня стрижет. Сказал, что он будет принимать после 5. А уже после 5 пойду стричься. Сейчас иду по шоуруму. Будем покупать. О, Илюха идет. Здорово. Ты куда? В
Я домой. Угадай, что? Спицу вытянем. Все сняли, видишь? Все сняли уже? Даже гипс. Нормально. Ты будешь гулять? Я сейчас нет. Наверное, послезавтра буду. Урока много? Ага. Очень. Ты сейчас после поверишь, да? Иду по шаурму. По шаурму? Да. Да тебе с тобой закупашку? А ты не спешишь? Нет. О, хорошо. Сначала сниму бабки в банкомате, а потом купим шаурму. Я только что ходил, хотел постричься, только, короче, он сказал, что только после 5 принимает. Блин, знаешь, какое облегчение. Но ты понимаешь, о, ты что, ухо пробил? Да. Да? Нет. А, это клипсы? Нет, это смотри. А, неважно. Это, короче, знаешь, понял, конечно, да, чувствуется облегчение, но руку, понимаешь, я не могу полностью. Ну, вот так еще вот. Еще даже так, да? Да, потому что оно в локте, получается, там, это, типа, мышцы атрофировались. Понял. Вообще, они бетон. Во, и я не могу, понял, что и надо будет разрабатывать руку. Мне она сказала, типа, вот так. Смотри, все зависит от меня. Можно руку разработать за месяц, а можно и за полгода. Короче, ну, нужно стараться. Ладно, сейчас сниму бабки и уже продолжу, когда вдруг шаурму покупать. Итак, короче, все, вот я купил шаурму. Сейчас Илюха будет снимать, я буду считать укусы, за сколько я ее уложу. Ну вот, двойная шаурма. Илья поставил 16 укусов, я поставил 13. На. Так. Иди нормально. А, так? Да. Ты так же шли на него. Это 2 укуса. Третий. Блин, я думаю, что цель уложится. Бабло? Чтоб музычку, правда? А? Да, сейчас. Да, я хаваю. Шестой, блядь. Да? Ага. Седьмой пошел. Подожди. Семь. Дай в тенек все станем. Все, красава. 9 укусов, двойная шаурма. Итак, всем привет, я уже дома, уже вечер. Конечно, влог не заканчивается, думаю, продолжу уже снимать завтра днем. Вот сейчас я лежу, играю в любимую игру. Короче, хочу вот просто сейчас показать, сейчас... А, ща, вот. Это моя левая рука. Смотрите, вот как она лежит. Она практически ровно. Вот если вот смотреть вот с этого угла, то видно, что неровно. Вот с этого туда. А помните, вот когда только я снял гипс, у меня она была вот здесь. Ну, вы поняли.
Только под животом полусохнет. Это я уже вот так ее за день разработал. Мне кажется, довольно неплохо, честно. Вот за, как для за день, вот смотрите. Нормально, по-моему. И, короче, я придумал метод. Смотрите, вот. Вот, смотрите, вот рука, да, она нормальная, целая. Я вот ложу так, да, не болит. Вот, поставил. Оттянул. Не болит. Чуть-чуть передвигаю. Вот. Начинает вот здесь болеть. Здесь вот здесь красное. Блять. Просто вот так лежишь. Оно болит, да. Но со временем, там, вот где-то через, после минуты, там, боль начинает все меньше и меньше вот здесь. Это означает, что мышцы, они тянутся. И вот каждый раз, когда вот эта боль прекращается, я вот так пальцем перебиваю руку, чуть-чуть влево, и вот так вот, короче, рука реально тянется. Вот это я вот такого успеха добился за целый день. Даже, ну да, нет, даже не за целый день, а где-то с 2 часов дня. Ладно, не буду про руку говорить. Сейчас покушаем. Да, вот тут еда, каша. Это, как она называется, не пшеничная, а... Ай, желтая, как она называется? Не помню. Ну, короче, не важно. Короче, покушаю кашу, уже продолжу завтра снимать днем. Буду разрабатывать руку. А, да, вот, кстати. Ща. А. Вот так вот тоже. Смотрите. Напрягается вот здесь. Тоже говорили вот так делать. Вот так вот напрягать. Тяжело. Это красное, это не какая-то, блин, болезнь, ничего. Это просто кожа натерлась, там, понимаете, вот постоянно так сидеть, и вот оно вот так трется. Во. Не, и оно так. Ну и так, блядь. Так получилось, короче. Ладно. Буду уже заканчивать. Продолжу, когда что-то интересное будет уже днем. А пока буду руку разминать. Блин, косой. И давай. Лучше все резные. Теперь бьет Илья, это расстрел Бога. Да ё-моё, ну вы снайпер. Илья, давай. Илья, второй раз. Блин, ну давай за... А? Хорошо. Всё, снимаю. Да. А! Кто сейчас? О, серый! О! Лёня, тебе везет реально, тупо везет. Только я один раз попал и все. Еще один, Лёня. Все, красавчик, и все по разу, все по 2 раза вдарили. Лёня, как ощущение? Контрольный. Блин. Ну что, вот и настал конец моего влога. Всем спасибо за просмотр. Дальше что делать, вы знаете. Подписываемся, ставим лайки и так далее. С вами был ваш Сергей Кинг ТВ. Всем удачи и пока.